День молодежи в Омске отметили фестивалем молодежных культур. Около 2000 человек пришли на праздник, организованный региональным министерством по делам молодежи с привлечением многочисленных спортивных федераций и творческих клубов. День молодежи как праздник, он прежде всего необходим нам для того, чтобы мы объединялись, становились ближе друг к другу, лучше себя понимали, причем понимали себя с детства и понимали, куда нам нужно двигаться. Сегодня, я думаю, все найдут здесь для себя что-то новое, что-то интересное. Всех я хочу поздравить с праздником от всего нашего коллектива и министерства, и, естественно, правительства Омской области. С праздником всех! Ура! В Омске много инициативных и творческих молодых людей. В этот день Дмитрий Грекорианц отметил самых активных и вручил им благодарственные письма за проявленные профессиональные и личные качества. На территории Омской крепости расположились различные спортивные и творческие площадки. В рамках фестиваля состоялись соревнования по стритболу и кроссфиту. Поразили публику и уличные атлеты. Битбокс-баттл объединил представителей музыкальной культуры. Молодые битбоксеры выявляли самого крутого артиста этого жанра. Вышел по телевизору. Сейчас живу и очень интересно. Свои батлы организовали и танцоры. На одной площадке состязались девушки. На другой – парни-брейк-дансеры. На интеллектуальной площадке все желающие могли проверить свои знания по расположению регионов России и районов Омской области. Любителей конструкторов и роботов приглашали присоединиться центр «Робополигон» и Центр молодежного инновационного творчества «Разум». Гениальное вообще изобретение. А на набережной расположилась гоночная трасса для радиоуправляемых моделей. Также для всех желающих работала игротека, которая привлекла не только молодежь. Помимо этого, в рамках праздника прошел фестиваль среди косплееров. Молодые люди в костюмах персонажей компьютерных игр, аниме и комиксов соревновались в мастерстве перевоплощения. Очень интересно выступать, очень интересно делать эти костюмы, участвовать в различных конкурсах и занимать места. Мы также, нам сейчас интересно организовывать вот это мероприятие и представить площадку для других косплееров. Самые прогрессивные направления молодежного творчества порадовали, а местами и удивили пришедших на праздник омичей. Фестиваль на территории Омской крепости молодежь оценила на 5. Увидела много новых направлений деятельности молодежи. Никогда не знала, что есть воркаут, что дети занимаются брейк-дансом. Это здорово. Мне очень понравилось. Это развитие молодежи, что молодежь привлекается, а не где-то сидит там в телефоне или злоупотребляет алкоголем, а занимается спортом, творчеством, развивается. День молодежи отмечаю очень весело, в кругу друзей, в кругу веселой компании. Ну, поскольку еще сами молодые, поэтому стараемся на позитиве всегда проводить такие мероприятия, ну и делиться с друзьями эмоциями. По итогам состязаний на площадках наградили победителей и призеров грамотами и сертификатами. Завершился праздник выступлением музыкальных групп.